Hey, yo, guys, с вами Шимики, и это у нас DLC для Borderlands Axis. Там Armor Axis, что-то там генерал какой-то. Так, ну короче, в прошлой серии мы с вами сломали один блокпост. Теперь у нас побег из тюрьмы. Нужно уничтожить еще один блокпост и ворваться в тюрьму. В Мокси там какой-то бывший муж. Блять, я не... Прошлой серии мы здесь зап... Машину оставили! Алло, блядь, где машина? Её спиздили! Окей, окей, окей. Где можно взять машину? Так, М. Ага, окей, хорошо. На блокпосту. Какая здесь херь? У меня сейчас была миссия, да, когда вот в последний раз. Там чипы собирать нужно, электросхемы. И это, я считаю, все дерьмо, поэтому... Даже на этом не будем акцентировать свое внимание. Это то же самое, что помните, вот эта миссия была с мозгами. В том DLC. Так, сейчас эти еще появятся. Так, хорошо, я забыл, да, таймер подрубить. Так. Так, так, все. Вот как раз у нас машинка есть. А как попасть на блокпост, кажется, я пропустил, да? Это что? Ладно. Пора и по газам. А, гонщик. Мне нужен не гонщик, сорян. Мне нужен монстр. Хотя... Хер его знает. Не, гонщик, гонщик. Создать машину, да, телепорт машину. Ага. Хорошо, машина... Ну так, смотреть, это херня из-за того, что здесь только самонаправляющие ракетки. Куда мне ехать? Мне нужно как-то снизу. Ага, стоять. Я сейчас посмотрю, если снизу. Так, то был поворот в ту сторону, нам теперь в эту нужно, да? Есть разница по какому, по какой стороне ехать? Нету, окей, тогда пойдем по этой. Так. Ну да, все правильно, еду. Ю. Здесь очень мало топлива для машины, если что, поэтому... Я не думаю, что мы так далеко куда-то уедем. Ридгейв. Да. Безбашенные солдаты копья носят взрывоопасные рюкзаки, которые являются уязвимым местом. Окей, хорошо. Итак, почему я рискую ради тебя? Прежде всего, ты исправил... Симпатичный. Во-вторых, Атлас оккупировал Пандору, и это закрыло мой бизнес. Куда вы, ребята, превратились здесь? Все вверх дном. Все большие шишки типа перестали, что там. Теперь, как я контролирую трассу, мне приходится своеручную... Бля. Сворачивать бизнес. Бля. Ща, все будет. Локда... уже машины появились. Так, давайте сразу по карте. В принципе, нам просто вперед ехать. Там есть поворот, я не знаю, что-то. Куда-то вниз можно, что ли? Блин, машина. Вот, эта машина жесткая у них. То, что она электрическими снарядами пуляет. Мы можем, конечно, фастом пролететь здесь. Да. Так. Ну, я думаю, можно проехать, а не ничего. Сука. Они меня не трогают. Окей. Ну, это как бы мою лучшую сторону, потому что они меня не трогают, я могу просто проехать. Ой. Извиняюсь. Тихо-тихо, я понял. Блин, как мне вот его подбить? А, готово. Так, окей, лестничка здесь есть наверх. Сейчас я подберу, что здесь валяется. Я понял, я уже застрял в машине, я подумал, пиздец. О, нихера себе.
О, прикольно, что это такой за бонус у меня? А ну, пошли убивать. О, как он... А, прикольно. Ой, закончилось. Я думал... Ну, хотя, да, но на какой-то промежуток. Коллекцион, так. Херь. Бомба. Так, мне кажется, лучше сразу сбросить. Так, перезарядиться. Сундук здесь есть. Окей, заберем сундучок. Снайперка нормальная? Снайперка дерьмо. Хотя... Снайперка дерьмо. Так, хорошо. Желтый. Желтый нам не нужно. Красный еще раз подбирает АХП. Желтая... Это зеленая. Я что-то собрал из этого, я даже не знаю. Почему снайперка? Так, тихо. Тихо, тихо. Давай, без башни. Что такое? Пипец, он жесткий. Давай, давай. Без башни. Мне нужен еще один, давайте. Где? Не-не, ребят, я вас понял. Ой, блядь, тихо. Где, где, где? Блин. Херово. Ладно, буду тебя бить. О, готово. Готов. Чё? Что это было? Так, где ХП? Да уж. Так, сейчас он восстановится, я посмотрю, что здесь еще есть. Так, кто не для меня? Так, бомбочка, ее возьму, как раз продам, если вдруг что. Так, перебросить, быстрее перезаряжайся. Я не знаю, что это табак, почему он автоматически сбрасывает свою ульту. Так, подбираем и идем дальше. Все, побежали, побежали, побежали. О, ниндзички, здорово. Тихо, давай, где ты, давай. Так, это их не лидер. Я с тобой с кулачком. Блин, у меня херово в том, что нету этого. Моего вот этого, помните, артефактика. Потому что оно плохо работает. Да хоро бегать, я не могу по тебе попасть. Все, ты не убежишь. Да, 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 да. Хана тебе. Все, 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 перебрасывай. Так, ревик перезарядить, снайперку перезарядить. Это ж для меня ВП. Патронов нету, хорошо. Здесь, здесь должны быть еще враги, да? Нет. Блокпост где? Уничтожить, где был проход? Все увидел, все. Вопросов больше нет. О-о-о. Там сундук хороший. Все, все, щит уничтожен. Так, патрончики. Ревик. Вау, вау, это новый сундук. Так, сначала этот открою. Так, с дерьмом. И новенький. Отлично. Нихера себе. Как он выглядит классно.
Так. Херь. А, по ценам 32. Дерьмо. Блин, в основном здесь дерьмо, окей. Так, возьму своего тогда шустрика, да? И поехали отсюда тогда дальше. Посмотрим, что там еще у нас есть. Так, мне нужно в ту сторону. Сейчас оно должно выполниться, кажется, уничтожьте блокпост, да? Не засчитала? Странно. Так, немного ускорюсь. Все, дальше еду нормально. Так, сохранение. Окей. Все, здесь можно ускориться, в принципе. Ой, тут еще... тут еще долго ехать. Ё-моё, там... Тихо. Не-не-не, возвращаемся. Нужно машину менять. Мне нужна быстро машина вторая. Взрывная. Монстр будет у меня черным. Создать, телепортироваться. Тихо, нужно этих поубивать. Все, поехали дальше. Просто я понимаю, что те катапульты не уничтожатся моей вот этой мини-пушечкой. Потому что здесь нужна автонаводка. Просто вот так гулять. Все. Готово. А дальше я не проеду. Вот черт. А не, я проеду. Все нормально. Так, сразу робота уничтожу. И можно отправляться. Так, а вот здесь, кажется, уже точно придется немножечко пешочком пройтись. Ну и вот так популяю. Мне покажут, что там ничего нету. Я сейчас выйду. Но я вернусь еще в эту машиночку свою. Сейчас враги появятся. Да? Да. Я ж не глупенький. Теперь залазим. Гуляем. Готово. Все. Бля, не-не-не, слазь. Брик, не надо. Мастер-ломастер. Да, мы мастер-ломастер с вами. Так, нам нужно... О, энергетик. Нужно, короче, сейчас всех. Всех здесь врагов. Спугнуть. Просто пробежаться здесь. Потом заюзать ульту. И просто пробежаться. Во-первых, они мне ничего не сделают именно так. То, что у меня регенерация нормальная. Было бы еще лучше, если бы мне ни хера тогда не слетело. Так. Залазим в машину и просто пуляем. Там как раз много врагов. Вон, сразу двух там цепляет, да? Да, двоих. Нормально. Тактика работает. Готово. Все. Врагов больше там нету. Можно просто туда пробежать. Ревик возьму, чтобы быстрее бежать. Так, по орудиям. Дерьмо. Нужно тогда эти новые сундуки искать, оказывается. Все. Ищем все, что можем найти. Так, это херь. Тут ничего не открывается. Ничего не открывается. Нет. Так, вот это можно взять, емкость. Стоп, сколько у меня емкости? Очень быстрая перезарядка. Ну. Короче, 600-155. Не, у меня очень быстрая перезарядка, нахер она надо. Я лучше перезарядку оставлю.
датчики, датчики. Так, окей. Ой-ой-ой, чё вы меня так пробиваете, слышите, ребята? А, я понял. Я понял, все. Иду в рукопашку. Минус. Минус, минус, минус. Минус, готово, все. Здесь никого нету, больше здесь никого нету. Так, кислотной, херни не нужно. Берем, пробегаем. Где проход? Где проход, ё-моё? Это я смотрел. Окей, здесь есть проход. Мне нужны патроны. Патроны я взял. Бля. Самый противный почти, что здесь, я думаю, враги. А, не. Это всего лишь летчики. Тихо. Ревик возьму. Блин, а как мне вас достать? Бля, их уже трое. Я буду так пол жизни стрелять по ним. Можно использовать ульту, но они улетят. Бля, они что, сверху все? Минус, давай. Так. А, ладно, это долго. Юзаем револьвер. Пока здесь патроны есть. Где ты? Давай. Нет, я здесь задержусь надолго. Хотя... Минус. Так. Оп. Вот проблема будет, если они здесь бесконечны. Вот так. О, готово. Блять, не бесконечно. Ладно, просто бегу тогда. Тихо-тихо, ревик. Сейчас еще и эти хери будут появляться. Блять. Дайте я только добегу до своей хери, где я могу машины создавать. Давай, давай, убей его, блин. Давай, 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 давай. Бей, 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 бей. Бей, 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 бей. Все, хпшка пополнилась. Все окей. Бежим просто прямо, 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 прямо. Не останавливаемся. Да ё-моё. Умришь ты. Давай, давай, готово, готово. Где, где? ХПшка, да? Ой, блядь! Это чё за дерьмо? Тихо, давай в прыжке. О, изи. Ля, что это за робот? Ё-моё. Так, это уже... Да вы надоели. Минус. Минус. Кто меня бьет? Кто там такой умный? Да-да, мне... Вы, короче, задолбали. Пока я... Тихо. Да, дай попасть, не стрелять. Упырь! О, это пехотинец. Еще. Окей, так. О, я возьму это на продажу. Бля. Тихо.
Пожалуйста, пожалуйста. Фух. Нужно все перезарядить. Я уже вижу свою механическую эту херовинку. Да? Да. Сейчас машины создам. Машиночку себе создам. Тихо-тихо. Пускай пуляет, пускай пуляет. Я добегу. Я добегу. Все, я уже близок. Да, пускай они пулеметы создают, мне все равно. Так. Готово. Гонщик, мне не нужен гонщик, давай, создавай машинку. Телепортация, а теперь повеселимся. Кто там по мне пулял? Уже все, да? Не такие крутые. Толпой на одного. Все, поехали. А ну-ка. Да, здесь энергии немного побольше будет, но она не такая быстрая. Так, значит... Да, форт вот этот у нас. Арант. Это с Доктор Недом, то был который... Доктор Нед. Так, скоро у нас почти ДЛЦ закончится, я думаю. Нам нужно просто в тюрьму приехать. Ой-ой-ой. Это ж, ё-моё. Еще роботы напали. Как не вовремя. Ладно. Без проблем, все. Так, слазим, короче, нам нужно быстро... Здесь сломать нужно, или где проход? Так, ладно, ревик. Сменю пока что. Блин, тихо. Ой-ой-ой, я понял тебя. У тебя взрывная пушка. Хорошо. Сейчас все сделаем. Быстро, красиво. Минус. Ой-ой-ой, это тоже нужно грохать. Безбашный химикат. Да, минус. Тихо, я сказал минус. Тихо. Энергия. Химикатер, херба. А, у вас с коррозией херь, да? Там, кажется, урон через броню. Но это не точно. Я не хочу это узнавать. Так. Патроны. Так, хилка. Хилка — это кислотное дерьмо. Так, ульта перезарядилась. В голову могу попасть? Так, ладно, стревика. Еще один вылетел. Тихо. Если они там опять бесконечно вылетать, то нахер это мне нужно. Минус. Так, там электрическая херь упала. Так, тихо. Оп. Ладно. Так, хорошо, тихо. В голову. Минус. Перезаряжайся. Сейчас еще нужно отключить будет нам... станцию, потом... Так, защитное поле. Да? Опять летуны хуеты. Ох, черт. Я думаю, это уже специальные летчики. Да, блядь, зали!
Ладно, тихо, 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 тихо. Ну да. Так, где мой там инвентарь? Где там базук у меня, я помню, было? Тихо, все хорошо. Минус. Готов. О, это хорошая пушечка, оказывается. Особенно против вот этих тварей. Ох, у меня прямо такая же выпала. Спасибо. Вы нашли коррозионное оружие. Да, это коррозионное оружие. Снаряды обливаются кислотой. Кислота моментально разъедает броню и плоть. И может попасть на других врагов, находящихся рядом с целью. Я в курсах. Так. Ой, короче, не хочу с тобой морочиться. Давай я тебе это сломаю. Слышь? Я не хочу. Ух ты ж, ё-моё, как я тебя слабо пробиваю. Ладно, пока есть, нужно бить. А, перкоты. Фу, готово. А перкоты его нужно просто бить, да и все, он умирает. Так, это херь с роботами. Перезаряжусь на всякий случай. Какой-то аванпост длинный, пипец. Серьезно? Тихо. Тихо. Ладно, поехали. Все. У меня уже мало. Раз. Два. Три. Нужно убить. Блять, я застрял. Тихо, хорошо. Так, сундук. Что-то летит, или мне кажется, по звукам. Херь. Бомбы берем. Так, ладно, поехали дальше. Так, электрика я возьму. Тебя я тоже возьму. Не знаю, стакаются ли они или нет. Но у меня бег становится, кажется, быстрее. Фигня, ревик. Может быть, нормально, так все фигня. Так, быстрее, погнали. Нам нужно возвращаться. Побег из тюрьмы. Да, побег из тюрьмы через стены. Окей, хорошо. Давайте я пока что монстра создам. Телепортироваться на место. Не в ту сторону мы поехали, так. Найти проход, проникнуть в тюрьму. Давайте тогда в той локации доедем и там сохранимся. Эй, странник, новое задание доступно на доске объявления. Это Доджи. Можно поехать забрать задание. Может, тут все-таки нужно будет что-то еще сделать. Что мы с вами нашли? Мы с вами нашли, помните, статую, только на другой стороне какого-то острова, там статуя была активная. Только это статуя привидений. И да, я забыл. Часики. А, да, скорее всего, не тик-тик-тик, а я этого не замечал, а вам очень было громко это слышно, я уверен в этом. Так, карта здоровенная, давайте, короче, на этом остановимся, и следующая серия сразу здесь, на этой машине, продолжим.